Аркадий Гайдар, Януш Корчик, Марк Твен, Ханс Кристиан Андерсен – все эти имена известных детских писателей, произведения которых читал каждый из нас. Их рассказы и повести наполнены добротой и гуманностью. Сегодня пришло другое поколение писателей, которые пишут по-новому. Как сориентироваться в современной детской литературе и отобрать все самое лучшее для наших детей, разбирались на педагогическом совете. В нем приняли участие специалисты Российской государственной детской библиотеки, учителя, психологи, представители общественных организаций и духовенства. Сегодня именно такой педагогический совет, на котором мы обсудим, как наше чтение, чтение взрослых влияет на чтение наших детей, как они относятся к нашим советам и рекомендациям, прислушиваются ли они к ним, кто является основными мотиваторами, инициаторами их чтения, так ли хорошо мы знаем детскую литературу, чтобы о ней рассказать подросткам, чтобы они захотели почитать. Современные дети и подростки – это представители так называемого поколения Z. Они уже не представляют своей жизни без цифровых технологий, а пользоваться интернетом умеют лучше взрослых. Именно для таких мальчишек и девчонок сегодня пишут свои произведения молодые писатели. Не надо никаких долгих завязок, не надо никаких заигрываний в духе «Здравствуй, милый дружок». Достаточно быстро должно начаться действие, экшен, конфликт развиваться. Сейчас уже не в моде длинное описание, потому что дети, они быстро отвлекаются, быстро устают от этого в большинстве своем. То есть это достаточно динамичное повествование современным языком, современным стилем. И уже, то есть по сравнению с книгами, то, что мы читали в нашем детстве, все изменилось. Еще один немаловажный вопрос, который сейчас остро стоит по всей России, это пополнение фондов библиотек. Так, при содействии сенатора региона в рамках совета прошла торжественная акция дарения 300 экземпляров книги Козлова «По следу Радханитов» детским библиотекам 24 муниципальных образований области. Сергей Николаевич Рябухин прислал видеообращение, в котором приветствовал всех участников педсовета и рассказал о значимости данной книги. Я уверен, что она будет настольной книгой многих тысяч наших ульяновцев. И выполнит главную миссию – возрождение духовности, нравственности, культуры в нашем народе. Напомним, благодаря участию сенатора в прошлом году 100 комплектов книг ульяновских писателей из серии «Атлантида» уже были переданы в детские библиотеки. В этом году акция дарения продолжится. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.